Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире «Большая перемена». Сегодня у нас в гостях герой специальной военной операции Максим Полищук. С ним мы поговорим о трудностях, с которыми бойцы сталкиваются на передовой, о родных и близких, которые преданно ждут дома, а также о том, насколько необходимо сегодня патриотическое воспитание и любовь к своей отчизне. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Эфир для вас будем вести Ксения Почерских и Мария Полежаева. И мы начинаем. Да. А вообще расскажите нам, пожалуйста, почему вы решили пойти на специальную военную операцию? Во-первых, я люблю свою страну, поддерживаю нашего президента во всем, ну и чувствую в себе силы, что я нужен там, именно на фронте, вот, и решился пойти поддержать нашего президента, как говорится, ну и защищать свою семью и быть примером для своих детей. А чем вообще занимались до специальной военной операции? То есть был ли у вас какой-то уже опыт военный, или где-то, может быть, служили, или вообще занимались чем-то не связанным с военной вот тематикой? Я вообще работал телохранителем в свое время. То есть потом я стал бизнесменом. То есть моя стихия, то есть я купил, продал. То есть я изучал рынок, что рынку нужно, что народу нужно. Я, то есть, купил, продал как оптом. Вот такой занимался до военной операции. А можете рассказать, помните ли вы свой первый день, когда вы только приехали на специальную военную операцию? Как вот вы собирались, как вы туда приехали? Может быть, есть у вас воспоминания? Было ли вам страшно или волнительно, или еще что-то? Ну, волнительно было, это всегда волнительно. То есть страшно не было, страшно было уже на самом, как мы говорим, на передке. То есть, грубо говоря, когда у тебя 300-400 метров фрак от тебя, тогда да. Тогда у меня было страшно, когда мы попали в поля, в поле, и я знал, что вот 400 метров от меня враг, и что такое на самом деле свистят пули, тогда да. Я честно признаюсь, что я даже и в каску не снимал, одевал 2 бронежилета. Ну, было страшно, в общем, да. Ну, это, думаю, вот нам тут, девушкам, которые сидят в университете, нам это, в принципе, страшно, да, представить. Да, то есть учение учением, ну, реальность – это совсем другое. Угу. А вообще, как к вашему решению пойти на фронт отнеслись родные и близкие? Очень хорошо. То есть в нашей семье принято как? Если что-то ты хочешь делать, неважно, чем хочешь заниматься, самое главное – поддержка. Все. И вот я решил поехать на боевые действия, на специальную спецоперацию, и мои родные поддержали меня, все. Это, папа, если ты такое принял решение, супруга также сказала, это не вопрос, мы будем поддерживать, как можем. Все. Мы знаем, что вы, помимо того, что вы герой СВО, вы еще многодетный отец. Не было ли такого у ваших детей, что вот они не хотели вас отпускать, им было страшно, они переживали? Или они уже вот привыкли, что вот папа телохранитель, папа сильный, папа смелый, папа со всем справится? Первый опыт как-то никто не понял сильно. То есть я ездил всего на 3 месяца, контракт заключал. А вот сейчас второй контракт у меня, уже дети все, они уже папа. То есть сейчас я вот просто чудом уговорил их, чтобы они со мной, то есть они от меня вообще не отходят. А сколько вашим детям лет? Так, у меня получается 2 сына по 16, дочери 22, потом 8, 5 и 2 и 7. Ну, то есть прям всех возрастов, можно сказать, да. И все переживают, и никто отпускать не хочет. Нет. Я думаю, вы отличный папа, если даже 20-летние дети не хотят вас отпускать и переживают за вас. Ну, само собой, конечно, переживают. А расскажите, вот есть ли у вас какие-то традиции, может быть, приметы на фронте с вашими бойцами, с вашими товарищами? Ну, традиции у всех, если честно, свои. Самое главное – вера. То есть я всегда, я иду первым, как пример. Все, вот это самое главное, и поддержка. То есть они знают, что я их в любом случае поддержу, как бы ни было. Вот, самое главное на войне – это поддержка. Это не сила, не крики, не какие-то там, а чисто поддержка людей, понимать. То есть это война, потому что люди понимают прекрасно, вот ты сегодня сидишь, завтра тебя нет. Ну, то есть лучше, самое важное – это поддержка. И тогда за тобой человек просто, он способен на многое. Угу. А вот как вы поддерживаете вообще друг друга? Расскажите нам поподробнее об этом. Ну, во-первых, у меня есть психологическое образование. Я чувствую людей, знаю, что нужно. И неважно, какой человек интересен, мне не интересен. У меня такая позиция – я просто выслушиваю его, и они видят во мне поддержку.
То есть я занимаюсь спортом, то есть физически то, что вот это вот, и оболочка во мне, и внутренняя. И они знают, что, чтобы они все говорят, ты такой добрый. То есть они вот во мне видят, что бы ни было, что я, никто их не осудит, никто не тут скажет, я не понимаю, мне так неинтересно. А, ну, то есть я такую позицию выбрал, что я, ну, пусть это мне неинтересно, но я выслушаю этого человека. И вот они, вот моя сила, наверное, в этом. Ну, я думаю, каждому человеку, в принципе, неважно, где он находится, чем он занимается, важно быть услышанным. Да. А вот на передовой, я думаю, это особенно важно. Да, самое главное – поддержка. Неважно, испугался ты, не испугался, главное его не осуждать, а просто поддержать. Главное помнить, что все мы люди. Конечно, конечно. То есть в экстренной ситуации все может быть. И испугаться, где-то он там, и это. Зато потом у него, ты его, когда он поймет, что ты его не осудил, она будет поддержал, и вот у меня лично такие примеры были, то есть нам надо было ходить за продуктами 6 километров пешком по полям, и в этот момент летели мины. Ну, пока ты идешь, мин 20 в тебя, то есть попадет в тебя. И у меня напарник был, он меня попросил, говорит, можно я, ну я боюсь ходить. Я говорю, не вопрос, я буду за тебя ходить, все, но зато он рядом всегда со мной был, всегда поддерживал, то есть, ну, в других ситуациях, то есть, ну. А вот расскажите, вы всех поддерживаете, вы всех выслушиваете, но вам же самому тоже бывает трудно, наверное, бывает страшно все равно. Как вы сами справляетесь со всеми трудностями, с какими-то, может быть, страхами и с волнением? Ну, во-первых, у меня, я делаю медитации, у меня есть что-то медитации, и у меня очень серьезная поддержка святых, очень сильно серьезная поддержка, я их чувствую. У меня знаки есть. Я уже раньше, это началось с 2014 года. Я этого раньше не понимал. Сейчас я уже это все понимаю. И я вот, у меня знаки, что они рядом. И все, вот они. Это у меня духовно прямо за духом и прямо закаляет. А вообще, бывали ли у вас какие-то, возможно, приятные моменты? Конечно, я понимаю, что в зоне боевых действий, на самом деле, там реально больше именно страшно как-то, больше негатива, но да, бывают было же какие-то приятные моменты. Расскажите нам. Да, была очень ситуация, когда у меня была первая командировка, мы сидели уже 2 недели в окопах, и, то есть, ни связи, ничего не было, и к нам пришел журналист с Москвы, с Первого канала. Вот я давал интервью, у меня есть видео, где вот со мной, и как потом сын у меня увидел, отец мой увидел, он всегда этот телеканал «Звезда» смотрит, и они меня увидели, что я живой, вот это я. То есть, конечно, там моменты такие были неприятные, пока мы разговаривали, там мины летели, но сам смысл в том, что они увидели меня, что я жив-здоров. Вот для меня это было просто фантастика. Вот расскажите еще немного о том, как вообще вы общаетесь со своими родными, близкими, именно вот находясь на фронте, на передовой. Есть ли у вас там какая-то постоянная связь, может быть? Есть ли возможность, не знаю, там по видеозвонку созвониться, сказать, что все в порядке, я живой, со мной все хорошо? Да, то есть я нахожусь, то есть на данный момент у меня, я специальная, у меня специальная группа, в какой я состою. То есть у нас всегда есть связь, 24 часа, потому что, то есть у меня это, конечно, специально, что мы без связи никак не можем, и у нас есть право каждый день звонить, мы на телефонах, пожалуйста, когда есть, только самое, это один минус, что у нас разница 5 часов, все, а так, пожалуйста, то есть где мы живем, где мы охраняем определенные объекты, там всегда должна быть связь, вот так вот, так что со связью у нас нормально все. Я думаю, это здорово, когда ваши родные и близкие могут вас поддержать. Да, даже. У меня очень хороший командир, и он прекрасно все понимает, и у нас нет в этом плане ограничений. Говорю, пожалуйста, то есть, общайтесь, всегда будьте. Конечно, в такие моменты очень важна поддержка семьи, и еще это знание того, что они не сидят в каком-то неведении о том, живы вы или нет, а что они как бы могут видеть каждый день с вами пообщаться и знают, что вы в порядке. Да, ну то есть самое главное, что у меня просто одни мальчишки и супруги, бывает тяжеловато с ними. Вот, и вот я бывает раз, они папа, да. Позвонить, даже спросить, по-моему, совет все равно. Да. Это очень здорово. Давайте поговорим как раз-таки вот про подрастающее поколение. Вы как отец, вы как человек, который
общается много с молодежью. Что необходимо делать сегодня для патриотического воспитания, вот именно чтобы молодежь понимала и чувствовала, что это нужно и для чего это нужно? Что необходимо делать? Ну, быть примером – это самое главное. И, конечно, самое, вот я по мне, надо больше проводить вот, как на губернатора, на мэровском уровне, какие-то шоу. Вот, у нас же военные самолеты, мы же ремонтируем. Детям это все показывать, показывать прям мужество. Нормальных ребят показывать вот это вот шоу, вот, оружие, вот это, чтобы они подержали, потрогали, пощупали, вот, пожарники. Ну, то есть вот такой вот патриотический. Надо им прямо вот это все показывать, это вот мужество. Вот это надо. Постоянно что-то, вот я даже ходил, вот, получается, на уроки мужества. Мы уже тоже, я уже готовился там, где-то бронежилет, автомат, показать, сфотографировать. Вот, ну, вот такие моменты все. Ну, я думаю, да, детям действительно, они могут слушать, они будут слушать там с открытыми глазами, очень внимательно, но им все равно интереснее именно вот потрогать. Да, то есть сейчас, детям сейчас вот что-то сидеть, вот так вот говорить вообще не интересно. То есть у меня уже опыт есть, я уже около 5-6 проводил в этих уроки мужества. Им не интересно. Вот им говорят, они так на тебя смотрят, а ты начинаешь показывать видео, показывая себя, каким ты вот такой был красивым, тут ты вот такой вот грязный, весь чумазанный, а почему вот такой? Я говорю, а это вот так-то. Ну, то есть начинаем цепляться за что-то, и они начинают свой интерес проявлять. Вот тут примерно всякие показывают, что это вот у меня был такой самолет, вот мы летели на этом самолете. Это у нас там наш российский самолет. Они говорят, это что за самолет? Это наш Ил-76, ну, то есть военный самолет. И пошел, вот это вот. Вот так вот надо с ними. Ну вот я в этом году, кстати, была на параде Победы, и у нас на сквере Кирова как бы был парад военной техники, и там очень много было детей. Я обратила внимание, с какими прям глазами они стреляли, такие: «Вау, смотрите, выезжает там одна машина, вторая, третья». И, ну, я действительно смогу с вами согласиться, что нужна какая-то вот, ну, практика, возможность реально посмотреть, увидеть вот эту масштаб этот, и потрогать, и пообщаться с этими людьми, и, конечно, интерес появится. Если просто говорить, то, ну, послушают и уйдут, да. А может, вообще слушать не станут. Да, ну вот еще у нас единственный плюс, у нас где вот свалка есть, там вот это все, и молодцы, конечно, здорово. Ну, самое главное, что там было бы доступно это все, и поближе бы, вот, возможно, где-то у нас, ну, делать, чтобы детям можно было пойти, вот даже вот у нас же на Кирове были, я сейчас не знаю, вот, мы уже не ездили, там раньше какие-то танки стояли, вот что-то вот такое надо. Ну вот я хочу в продолжение темы тоже дополнить свой опыт. Я ездила, делала сюжет про поезд Победы, который именно про специальную военную операцию. Ну там еще есть, были вагоны, посвященные Великой Отечественной войне, в целом истории нашего государства. И там было очень много детей. И что меня приятно удивило, это не только школьники, которых учителя собрали и сказали: все, мы едем смотреть, ничего не знаем, все должны смотреть. Там были дети, которые даже сами приехали, там с братьями, сестрами, с друзьями приехали именно посмотреть на... Ну, то есть на все эти вагоны, на все эти картины, на всю эту технику, потому что им действительно это было интересно. Конечно, хочется пощупать. Вот, понимаете, у нас бы сейчас бы танк, вот наш современный, который показывают вот, на параде, вот «Армат» у нас есть. Вот, его бы вот привезли бы сюда хотя бы на неделю, сделали бы вот даже государство вот, вокруг нашей России бы, приехали. У нас же был такой какой-то поезд, или что-то раз привезли какой-то там техник. Ну вот, да-да-да, поезд. Да, поезд, вот, вот, да. Хотя бы на сутки бы оставить, чтобы дети сходили. Я бы с удовольствием, мы прошли бы, да много кто пошел бы. И пощупать, полазить, вот это все. Вот это вот детям надо, чтобы у них вот прямо вот это все вот эмоции были. Мы еще знаем, что вы вот сегодня поедете в Усолье, да, общаться с кадетами. Расскажите, кадетами. Что вы им будете сегодня рассказывать? Ну, я им буду, во-первых, покажу первую свою командировку, потому что они будущие солдаты, будущие защитники нашей Родины. И как я пример, что я уже, у меня есть боевой опыт, что я буду показывать, что вот я вот это проходил. То есть у меня есть видео и сегодняшнее видео, где мы стреляем, все вот такие моменты. Ну, буду так, то есть будут задавать мне вопросы, я буду отвечать, ну, по ситуации буду уже. Ну, я думаю, им будет очень интересно, потому что они кадеты, они, я думаю, планируют связать свою жизнь с защитой отчизны. Да. А вообще, у вас есть сейчас какие-то планы на будущее, когда специальная военная операция закончится? Конечно, это все
Ну, никто не знает, когда это будет, но, тем не менее, есть же какие-то, может быть, мысли уже? Ну, мысли, конечно, мысли у меня масштабные. Я хочу стать президентом нашей страны, потому что я хочу продолжить путь нашего президента, во-первых, потому что нам еще минимум надо лет 40, чтобы мы реально стали сильными, потому что времени мало. И дальше ну, выращивать поколение лидеров. Нам надо просто сейчас уже конкретно браться и выращивать лидеров нашей страны. То есть вы хотите даже после завершения специальной военной операции работать на благо государства? Да, то есть я хочу потом в политическую программу, то есть политикой заняться конкретно. Политика и поддержка людей конкретно на Украине, то есть, потому что у меня корни украинские, вот у меня отец прямо с Украины, у меня и фамилия такая украинская, прямо чистая. Но и у меня дедушка чеченец, то есть у меня вот такая вот смесь дремучая. И то есть, а сам смысл, вот, как я вижу на будущее, что у нас вот это наша Россия, как она единая, и она должна такое оставаться. Не должно никакое-то деление нации, там, ты там не тот, не русский, ты, вот мы живем на нашей огромной территории, и надо сделать так, чтобы каждая нация знала, что это ихняя земля, что это наша общая земля, и мы должны за нее, как говорится, драться, ну, жить в ней, развивать ее и так далее и тому подобное. Ну, это вот мы поговорили о таких долго идущих планах, да. О том, вот, прям масштабы. А есть ли какие-то планы вот на ближайшее будущее? Может быть, командировка снова? Или будете заниматься здесь какой-то просветительской деятельностью? Ну, сейчас на данный момент я посвящаю минимум до конца своим, ну, я уже решил, и своим дома сказал, что я минимум еще года полтора-два, ну, то есть до окончания спецоперации я буду находиться там. Угу. Потому что я чувствую, что я там нужен людям, которые там находятся, потому что мы тоже с ними беседуем, с мирными жителями, ну, то есть постоянно. То есть они видят во мне поддержку, то есть я их тоже так же слушаю, то есть мы там и на рынок ходим, то есть и везде общаемся, и они прям, я вижу, как они живут, что им нужна поддержка прямо вот, очень сильная. Ну и давайте вот в завершение эфира такой вопрос. Есть ли у вас что-то, что вы хотите сказать молодым ребятам, которые сейчас думают заключить контракт и отправиться вот на военную службу, либо в зону СВО? Что вы можете им посоветовать, как-то какие-то дать напутствия, наставления? Ну, если это осознанный шаг, то ничего не бояться, идите, тренируйтесь, и все, у вас будет все хорошо. Самое главное, надо быть честным с собой. Если никого не обманывать, никому ничего не доказывать, а просто самому сказать: да, я хочу, если ты действительно этого хочешь, то, пожалуйста, смело. Я вам просто скажу, что у каждого своя жизнь, каждый свой путь, и неважно, как он закончится, там, хорошо или плохо, то есть я отношусь, то есть, к этому, ну, нормально. Просто у меня есть опыт, все мне говорят: вот, война страшная, да, не вопрос, это страшно, но все это какого. То есть у меня был маленько, может, я чуть-чуть от этого есть. Я был в военном госпитале и в гражданском госпитале. Я почувствовал разницу всего в 30%. Да, там ранение получаю. Но я когда был в гражданском госпитале, я видел, сколько мирных жителей приезжают. То есть, типа, у нас областную больницу каждый. Я думаю, ну, как-то, ну, не сильно, разница процентов 30 всего. Ну, трудности, они везде да, есть, да, но трудности нас да, закаляют. Да, у меня бывали глаза, ну, вылазили, как можно. То есть на фронте такого не получают, как гражданские получают. Ну, так что это... Ну, то есть всем, кто сейчас думает пойти именно вот защищать Отечество, не бояться, быть да, честным. Да, самое главное, не надо ничего никому доказывать. Быть, всегда говорить правду и быть честным с собой. И все, и тогда скажешь, готов ли я, и ты не готов. То есть, ну, а все трудности можно преодолеть? Это все, да. Ну, все зависит от командиров, вот честно вам скажу. Вот честно, вот если человек хороший, он и везде хороший будет. То есть, а если человек не очень, то он везде будет не очень. То есть это везде, ну и в жизни, и здесь, и там тоже. В принципе, смысл один и тот же почти. Ну и на такой приятной патриотичной ноте мы завершаем наш эфир. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях был герой специальной военной операции Максим Полищук. Спасибо вам большое, что пришли, что рассказали, поделились какими-то своими впечатлениями, опытом. Было очень приятно с вами пообщаться. Благодарю вас, что пригласили.
Ну а всем нашим слушателям мы говорим, что, к сожалению, в этом сезоне это был заключительный выпуск «Большой перемены», но все равно подписывайтесь и следите за нами во всех социальных сетях, слушайте boom-radio.ru, ведь там очень много других интересных подкастов и программ. А мы с вами увидимся и услышимся уже в сентябре. Всем пока!